Добрый день, друзья! Сегодняшний день мы начинаем с Михайловского собора. Сегодня 31 декабря, и завтра уже Новый год будет. Я думаю, что все те моменты плохие, которые были в этом 2020 году, они уйдут вместе с ним. Мои любимые девочки сейчас там в театре на новогоднем представлении. К сожалению, мы не позвонили и приехали сразу же в театр, и поэтому билеты у нас только два получилось, нам не дали третий мой, поэтому я здесь гуляю, вот, и все остальное буду снимать уже позже. То есть вот такая красота здесь в центре города, в Киеве, Михайловский собор. Мне совсем не скучно, с другой стороны, пускай отдохнут без меня там, тем более это детское, Еве будет интересно очень. О, смотрите, какая красотища у нас здесь. Древнее место, еще с Киевской Руси, Михайловский собор. Там немножко дальше такой вид хороший, на город открывается. Сейчас попробую показать. Кто не был в Киеве, вот здесь вот рядышком Министерство заговорных справ Украины находится. Здесь во время Майдана был, открыли штаб, как помогали людям, если у кого ранение какое-то или еще что было, вот здесь вот в этом помещении. Вот с этого места обзорная есть площадка, начинается вот возле фуникулера. Не знаю, фуникулер работает или нет. Он едет с Почтовой площади на Михайловскую наверх. И здесь на площадке открывается вид на город красивейший. А по вот этой вот дороге, я когда-то, когда работал на улице Михайловской, на Маложитомирской, я поднимался каждый день пешком с самого утра, для того, чтобы хоть какая-то физическая зарядка была, когда я занимался спортом. Сейчас я запустил себя, но уже вот решил, купил абонемент, буду заниматься. Буквально еще вот неделька, Новый год отпразднуем, и все, и буду тяжко, усердно трудиться на благо общества, как говорится. Вот здесь площадка, сейчас туман, блядь, что увидишь, конечно, но здесь красота, когда нет тумана, оно все хорошо видно, просматривается. Сейчас ничего не увидишь, конечно, вот поэтому пока так. Thank you.
там вдалеке, вот немножко дальше, на возле Софьевского собора, поставили елку новогоднюю в Киеве. Вот так она выглядит. Сейчас вам покажу ее. Я поставил над собой эксперимент, вот отрастить бороду, но мне она не идет, конечно, вообще никак. Поэтому я буду ее сбривать скоро. Хочу уже, думал, Еву нарядиться в костюм Деда Мороза и поздравить ее с Новым годом. Боюсь, что не дотерплю, я не знаю, как они эти бороды носят. Вот наша новогодняя елочка. Очень красивая, входит в десятку лучших в Европе. Я видел рейтинг на каком-то из сайтов. Какая красота. Очень много есть людей, которые, конечно, все это хейтят, которым, как обычно, что-то не нравится. Это везде и всегда было. А, говорят, себя нужно снимать постоянно. Не знаю, какой прикол в этом. То есть я снимаю с телефона, и это не всегда удобно. И одному как бы тоже не сильно в кайф. Вот такая елочка. Посмотрите. Ну, красивая, конечно. Вообще здесь место очень красивое в Киеве. Только Хаят этот, конечно, портит вид этот. Когда-то здесь двухэтажные домики маленькие, старые стояли. Мы там работали в компьютерном клубе. Вот здесь вот построили такую глыбу огромную. Вот в этот эксперимент с бородой еще входит то, что я поправился. Лицо такое опухшее. Хочу начать заниматься в зале и посмотрите, каким я стану, каким я был вот толстым. И какой я буду после зала. Ну, посмотрим.